Звезда мирового уровня, пианист Александр Гаврилюк впервые в Самаре. Он выступал на сценах 4 континентов и вот теперь в Самарской филармонии. О том, почему за вдохновением артист любит ездить в Россию, отчего до сих пор волнуется перед выходом на сцену, в нашем сюжете. Берлин, Москва, Самара. Этот путь звезда с мировым именем Александр Гаврилюк проделал специально ради концерта в нашем городе. Он родился на Украине, долго жил в Австралии, а затем выступал в десятках стран Европы и Америки. И все же считает, Россия дарит особенное вдохновение. Если в каких-то других культурах мира это может быть более праздное проведение времени, или может быть просто любовь к культуре как таковой или музыке, то здесь это более личное отношение. То есть чувствуется личное отношение к каждому из композиторов, чувствуется стремление вот, объединиться на этом уровне духовном через эту волшебную музыку. Виртуозность и глубина прочтения музыки – то, за что артиста признала мировая критика. Только так, до полного погружения в каждое произведение. Александр Гаврилюк на сцене с 9 лет. В 16 был признан лучшим молодым композитором конца 20 века. Но даже сегодня артист волнуется перед каждым выходом. Ведь всякий раз это неповторимый диалог о любви к музыке с новой публикой. Впечатления, конечно, самые прекрасные, самые эмоциональные, самые яркие. Я очень доволен концертом. Приятно, что такие люди приезжают в Самару. Приятно видеть, приятно иметь возможность слушать музыку в таком замечательном исполнении. В рамках абонемента зрители услышат еще 2 мировых звезд из Испании и Франции. Свой сольный концерт даст и самарский пианист, лауреат международных конкурсов Павел Назаров. Ася Кандаурова, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.